Сегодня у нас 10 июня 2017 года. Мы приехали на станцию Корчина встречать. Вот Роман в своей машине, в джипе. Помоги, брат, а то он тяжелый вроде. Миро, садитесь. С ноги. Долго ждете? Да нет, минуты 4, может, 5, не больше. Конечно, больше. Пока дошли. Как добрались-то? Да слава богу, с Божьей помощью добрались и хорошо. Один день длился как 2 или 3. А вы откуда? Мы с Красноярского края, город Зеленогорск. Вот. Ну, для него один день, конечно, показался это вечность, потому что он в 2 часа ночи я его подняла, 8 числа, и вот с 8 числа он только поспал, наверное, часа, может быть, 4-5 от силы, и всю дорогу не спал. А раньше не ездил? Нет, ездил, но вот в дороге как-то вот он всегда так себя. А сколько километров от вас сюда? Я, если честно, не знаю, сколько километров. Ну, до Новосибирска 15, почти 16 часов, и до вас 9 часов. Сутки, 25 часов получается. Ну, далековато, потому что у нас, мы с Урала 2000 километров ехали от Екатеринбурга. Ну, наверное, тоже больше тысячи. На машине полторы суток ехали. Uh-huh. На машине. Прилично. Слава Богу. Да. Встретили. Сестру с ребенком Марину Николая. И поклову колесо, вот, брат Роман. Теперь напоролся, видимо. Так и бывает. Просидели. Сколько у нас? Полчаса, наверное, просидели. Ты насос не пьешь? Да, везде тоже.